Привет. Никто не называет меня Элизабет, кроме отца, а он козел. Поэтому, если ты не против, зови меня Дейзи. До войны мне казалось, что в один прекрасный день мир вокруг меня наполнится смыслом. Я пыталась понять, почему все происходит именно так, а не иначе. А это кто? Эдмонд. Он самый взрослый. Думаю, в то время я была очень наивной. Я рад, что ты приехала. С тобой здесь стало хорошо. Что происходит? После взрыва атомной бомбы происходит эвакуация всего гражданского населения. Это наш дом. Я никуда не поеду. Я хочу остаться здесь. С тобой. Выходите! Выходите! Девочки, со мной! Куда бы тебя ни увезли, постарайся сюда вернуться. Обещай мне. Вы не можете нас разлучить! Живее! Эдмонд, нет! Дейзи! Нам нужно отсюда выбираться. Теперь все готово. Мы идем домой. Бежим! Отпустите ее. Если конец света не наступит, если мы выдержим, я вернусь домой, к тебе. Так я теперь живу.